В одном необычном лесу жил бурый мишка. Белый у него гостил. Цыпа был домашним любимцем, так как никто не знал, откуда он взялся. А дракон залетел случайно, да так и остался. Веселые мишки. Перегоньки бегали. На далеком севере жил мишка. Не простой мишка, а белый. И вот друг коричневый мишка его пригласил в гости. Сказочный лес. Мишка очень обрадовался и побежал. Льдина какая-то взял льдину и уехал. Ой, а серые люди злятся на него. Так, хорошо. Вот лес, вот забор, вот деревья, деревья из стрекоза летает. Вот растаявшаяся льдина, а вот и наши мишки. Ой, я не люблю таких птиц. А мороженое любишь? Конечно, люблю. А вкусно. На самом деле, мишки не просто так собрались, а на пригоньки побегали. Вот и стар поставили. Эй, ты куда? И мишки себе с судьей ворону взяли. Стар стартовать. Вороне захотела? А теперь захотела. Белый мишка сообразил и побежал. Беги же, беги. Ой, а это кто? Так они бегут, 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 бегут. И Зим еще пигмин бежал. Нет, не пигмин, цыпленка хочу. Беги, беги, как вам говорю. Только тебе, цыпа, придешь со старта бежать. Да, давай. Давай, беги, беги. А то так нечестно. А вот и наши друзья. Ой, кто это? Непонятно. Какой-то большой, страшный, страшный дракон. О, не сгорели мишки? Странно как-то. Так-так. Пигмин какой-то? Нет. Не нужен пигмин. Ой. Ладно, я пошутила. В наших лесах таких не бывает. Убирает дракон. А цыпленок обгоняет. Бежит, цыпа, бежит, бежит, бежит. Ой, волк. Сейчас ест цыпа. Не съел цыпа. Не голодный, наверное. Мухи даже упали от смерти. Вот наши мишки.
Смеются, смеются, а под ноги не смотрят. А ну быстро на старт. Нехорошо над другими смеяться. Эй, ты куда? Ой, советская ракета какая-то. Так ты обманывать собираешься? Ну-ну. Да-да, это Цыпа был. Ой, пингвинчик, как хорошенький, и шарики. Эй, ты что задумал? Ты что задумал, скажи? А ты чё от пингвинчика? Да, это шо, только я. Вот так, и вы туда же обманываете. Ну все, с меня хватит. Отнимаю восстательные аппараты. Никаких нет. Да, 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 все, вниз. Финиш был, теперь нету финиша. Кажется, все в сборе. А где Цыпа? Стоп, а где Цыпа? Цыпа! Теперь все в сборе. Так, все отменяется. Побежите заново утром. Поняли? Ну вот и хорошо. Ой, кто это? Непонятно. А они откуда взялись? Они же на севере были. Это куда они побежали-то? Oh, my God.